Руслан Андреев свое дело знает на отлично. В турнире спасателей участвует с 2014-го. И каждый раз мастер спорта стремится к победе наперевес со штурмовой лестницей. Особенно хорошо получается проявлять себя на территории пожарной части Белшины. Все-таки родное поле. Естественно, что мы там продумаем все до мелочей, чтобы все было хорошо, всем все понравилось. Ну и опять же, видеть друзей у себя на родине, чтобы очередной раз не упасть в грязь лицом. Мы, конечно, рады, готовимся и всех рады видеть. Борьба за кубок председателя Бобруйского горисполкома продолжается. Сегодня в программе «Пожарный спорт». Подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни – часть системы боевой подготовки. Каждый сотрудник МЧС должен справляться с упражнением. Бежать со спортивной лестницы не так-то просто. Даже поднять ее сможет не каждый. Вес штурмовки почти 10 килограмм, длина 4 метра. Путь к учебной башне 32 метра. Попытка засчитана, когда ноги участника коснулись пола четвертого этажа. Бобруйск, как всегда, держит планку. Заслуженное серебро у Руслана Андреева с результатом 14,11 секунды. Первое место у спортсмена из Гродно – 13,57. Отзывы пока у гостей достаточно все хорошие. Организационные моменты со стороны принимающей стороны все выполнены. Ну, турнир проходит в штатном режиме. По итогам первого дня в волейболе победила команда из Наро-Фоминска. Уже в субботу пройдут соревнования по мини-футболу. В этот же день назовут лучших спасателей этого года. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск 360.